По традиции, первый звонок звучит не только для первоклассников, но также и для героев старшего поколения, с абсолютно разными взглядами, устоями, с индивидуальным подходом к жизни. Университет третьего возраста распахнул двери для студентов уже в 9-й раз. Студентов третьего возраста можно поистине назвать героями, которые сквозь года не теряют энтузиазма и жажды развиваться. Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города Красный Луч обратилась к студентам с приветствующими и напутствующими словами. Именно сегодня, именно в эти дни, в этом году, главной задачей социальной политики нашей молодой республики является повышение качества жизни пожилых людей, стимулирование активного образа жизни, стимулирование именно активного долголетия, социальная поддержка вас, как более старшее наше любимое поколение. Поэтому я сегодня хочу вас от чистого сердца поздравить от коллектива администрации нашего города и лично от главы администрации Сергея Анатольевича Рыбальченко, от коллектива управления труда и социальной защиты населения нашего города, других социальных служб с началом нового учебного года. Растет популярность для позитивного отношения к жизни возрастного поколения. Волной овации однокурсники поддержали своих друзей и товарищей с их достигнутыми и успешными результатами. На золотом этапе уникального проекта получить поддержку и ряд поздравлений с началом нового учебного года посчастливилось студентам от руководства ТЭР-центра и председателя Краснолучского городского совета ветеранов. Разрешите вас поздравить с началом нового долгожданного учебного года. В этом году сохраняет деятельность все факультеты университета. В этот день хочется пожелать вам радости от любимых занятий, бодрости духа и здоровья. Пусть никогда вас не посещает уныние. Ваша душа остается всегда такой же красивой, молодой, задорной. Я хочу, чтобы солидный возраст был для вас лишь шагом к новым возможностям. Когда видишь уже жизнь по-настоящему, хорошо ее понимаешь и не боишься ошибок. Горячо и сердечно поздравить вас с началом учебного года и пожелать крепчайшего здоровья, личного благополучия, уважения в семье, детей, внуков и правнуков. И поблагодарить вас за то, что вы в свое свободное и несвободное, может быть, время посещаете вот наш университет и таким образом помогаете нашей городской ветеранской организации, можно сказать, в дальнейшей работе. Торжественное мероприятие сопровождалось выступлениями лучших коллективов Дворца культуры и выпускников университета. Я падаю и снова поднимаюсь, но никого при этом не виню. И каждым днем, как в детстве восхищаюсь, я больше жизни, эту жизнь. Мимо текла, текла река, плыли куда-то в облака, шел человек, была дорога, нелегка. Новости телеканала «Луч».